Всем привет, с вами Роман, и мы продолжаем проходить Red Faction Armageddon. Сейчас смотрим небольшую загрузочку. И вот начался уже геймплей. Блин, я место пройду, я вам покажу, потому что это прошлое видео вы видели. Ну вот, дошел место, до которого мы нанялись в прошлом видео, у меня теперь новая танция. Вначале я их буду валить так, поодиночке, чтобы они, не покоцали так быстро. А потом уже мы будем атаковать полностью все. А то это просто утопия, это со всеми воевать. Это будет просто бред какой-то. Так, на тебе. Сейчас рванули, подорвали мы немного. Помирание. Вот чуть-чуть, мы сейчас тебя убьем. Опа. Вроде должно... Все, а ты помер. Вот видите, нужно отходить немного дальше всегда. Вот у нас так быстро очень покоцают, а дальше вот идет 100% летсплей. И это ничего не видел. I hope you're right about your friend. Trust me. If anyone knows what Alto recorded, it'll be her. Ну вот, смотрим, наверное, ролик. She's in there? Archivists are like monks. They never leave their chapels. Noella? Noella? Found her. Господи, а что они с ней сделали, это уроды? Are you sure she was the only one who could access the Altor mainframe? It's over. Maybe not. Sam. Oh. It is a hollow recording unit registered to the archivist Noella with 70 hours of data. The unit is damaged. Data recovery will be difficult and time consuming. But not impossible. Already processing. Shall we? И вот. Сейчас нужно нам, наверное, будет отбиваться, скорее всего. Может и нет. Не знаю вообще. Kara, I'm outside the main gates. Тут what's the situation? Есть. Это хорошо. The bugs have shorted out the perimeter shields. О, кстати. Think I can get them back online. Увидим, как Мейсон выглядит. The Marauders are gonna have their hands full in the meantime. Тренировка, вообще. Take care. Darius. Кулак такой. Be careful. Ух ты, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, я напомню, мы... Как сказать-то? Дома у Кары, подружки Мейсон. Вот, ты не знаешь. А мы, наверное, за их спинами прячемся, потому что патронов мне жалко. Так, вспомни, что у меня есть. О, у меня дробашек есть. Хорошо, хорошо. Здесь фигня. Дробаш — это всегда хорошо в этой игре. Так, ну кто следующий-то? Ни одной улучшалки не... О, вот она как раз, только вспомнил. И у меня два улучшения можно сделать. Так. Чё это смертоносный краш? Это я знаю. Нет, это нанокузница вообще не сдалась. Вот боезапас. Вот это надо мне. Вот это изобилие. О! Это тоже хорошо. Возьмем. И все. Больше у меня ничего нет. Глянем, что тут такое оружие можно. В принципе, меня все устраивает. Менять я не хочу. Мне это очень даже нравится. О, во, как раз таки. Патроны. Ты, блин. Для уж. О, можно почему-то. Сюда идем. Наверх нам надо.
Вот тут нам как раз дробаш-то и пригодится. Хорошее оружие, кстати, скажу вам, в этой игре. О! Так, какая-то пушка странная. Сделать черную дыру. Нафиг надо, а? Еще нас, кажется, может убить, как я понимал. Ух ты, блин, сколько ж вас тут, а? Это полный фарш, мне кажется, тут будет. Так, во-первых, возьму этот лазерганчик. А. Ты отлетишь? Где монет? Что ж делать-то, блин, на. Кстати, все взрывается, мне кажется, теперь после той миссии маленько передохнем. У нас так бьют быстро. Вроде здоровье мы восстановили. Вот, то есть здесь сверху не палишь, урод. Пробуем, сколько тут патронов? 3. Как ты тут работаешь? Хорошо работаешь. Хотя мало. Надо было сразу тебя использовать. Ступил в него. А нет, нам не сюда. А нам сюда вот. Давай, возводись быстрее. Так, контрольная точка. Хорошо. Хорошо. Ух ты, ё! Надо вас тут пушку брать, чёрт такой. Может, помогла бы. Хотя там патронов очень мало. Ой, ёшкин кот, а, и я подох, а. Ну, не, ну чё за фак, а? Ну, вот был, это вообще какой-то суицид был. Суицидальное подыхание какое-то. Вообще ужас. Это просто суицид какой-то у него был. Они его Клайв загнали. Так понимаю. А, я хотел взять, да. А хотя, нафиг не сдавался. Сколько ж вас там, а? Опа. Вот, и сейчас ты тоже у меня подохнешь. Ты еще... прыгал, ты от меня упрыгал просто, а? Подох. Подох вроде бы. Ой. Это не Гарри Поттер. Здесь бегать не сильно мне получится, мне кажется. А может и получится. Вот они еще патрончики. Жалко, что хелспеков нет. Это очень жалко. Хелспек, кто не знает, это аптечки. Ой, бляха-муха, меня так убьют, меня так убьют, меня так убьют. Ну давай, Мейсон, восстанавливай здоровье, гад. Восстанавливай. Они тебя тут не тронут. Вот. Блин, блин. Не-не-не-не-не-не, так дело не пойдет. С 3 хп я долго не я долго не побегаю тут. Не хочу подыхать. А сейчас могу я опять в бой ринуться. Ой-ой-ой. Мы перезарядимся тут. Пока что дают нам возможность вот такие. Такую разработчику. Это вообще главная особенность игры, что можно все везде садиться и восстанавливать свое здоровье, как я понимаю. Главная особенность. Тут я не хочу ничего больше брать. И на вот сюда надо, видимо. Офига я отстреливался. Я могу просто убежать. Вот тут вроде точка. Какое-то оружие. Нафиг, за ну мне сдалось, а. Ну и с этим хорошо живет. А я понимаю, тут просто будет фарш. Ух ты, блин, как я тебя ненавижу, да, гнида. Тут нужно вот это. Блин!
Загрузим контрольную точку. Благо она близко была, я заметил. Я чувствую, я его долго валить буду. Я этот момент, наверное, пропущу.